у меня нет детей, у меня там нет жены, я там не состоялся как мужчина или что-то подобное или в этом роде. Выкиньте эту херь из своей башки. Понимаете? У вас в руках великое счастье и дар. Мне 36 лет, и у меня нихуя нет. А все потому, что у меня была жена и есть дети. И я плачу алименты, ребята. А ситуация в жизни моей такая. Я работаю сейчас на севере в золотодобывающей компании. В геологоразведке. В принципе, зарабатываю немного, нормально. Я так считаю, во всяком случае. Но при этом у меня сейчас на карте минус 120 тысяч. Дома у меня нет. Кому пойти, у меня тоже нет. Мою карту заблокировали. Куда-то идти сейчас срочно устраиваться, работать мне смысла нет, потому что деньги приходят на карту, а она у меня заблокирована, там минус 120 тысяч. До этого с нее сняли 400, и сейчас остаточки. Бабах! Вот и все. Почему это случилось? 3 года назад. Еще когда я не ездил на север, я сидел с детками, а моя жена благополучно бьданула и спалилась. В итоге развод, в итоге, блядь, страдания, боль, полный пиздец в жизни, во всем, потерял смысл, потерял все. Поехал на эти севера, начал работать, приезжать, бросил курить, что-то взялся за ум, как я посчитал, что-то начал над собой работать. Знаешь, вот эту новую, блядь, нашел вот эту в себе, блядь, стезю, по которой идти. Но, увы, сколько бы я ни старался, заработанные деньги там вкладывал в акции, пытался как-то развиваться, поступил в институт, на хорошем счету там в своей компании. Но что бы я ни делал, я всегда в нуле, всегда в нуле. Приезжаешь детям, то все, одел был, жратвы, подарки, договорился, по 10 тысяч буду тебе на еду давать, образование полностью беру их в свои руки, в школу собирать в свои руки. В этом году дочь пошла в школу, набрал ей, в маленькой леди, можете посмотреть, что это за магазин, очень хорошая и очень дорогая одежда школьная для детей, для девочек. И выбрал планшет. За 60 косарей обучающий хороший планшет, Apple-овский. А сыну хотел за 90 взять квадроцикл. Ну, блядь, решил иначе, подал на алименты, десятки мало оказалось. Ну что, 400, блядь, забрали. И в итоге у меня сейчас, и еще потом забрали остальное. В итоге у меня сейчас 120, минус 120 на карте. Поскольку я 8 месяцев впахиваю там, блядь, без выходных, по 12 часов, у меня 4 месяца потом отпуск. Вот у меня сейчас еще 2 месяца я здесь. 2,5. А у меня нету денег, у меня минус. Я живу, блядь, на съемной квартире, которая заканчивается, блядь, через 2 недели. Еды у меня на неделю. Денег у меня... Вот они, мои денежки, блядь. Я, блядь, не алкаш, не наркоман, я не бухаю. Бомжевать я идти, блядь, не собираюсь. Там спиваться где-нибудь в сугробе замерзать. Это не в моем стиле, скажем так. Вот думайте, господа, как вам, блядь, жениться, как вам детей рожать, и как вам, блядь, бедным несчастным, не повезло, что у вас нет семьи, блядь. Вот что мне теперь делать? Можете догадаться сами, нахуй. Если я не собираюсь бомжевать, блядь, и мне некому обратиться, блядь, что мне остается, нахуй?